Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Assassin's Creed 3. Что, на 19% только прошел. Но это дополнительные миссии не делаю, не собираю, не открываю. Да, дела до свернулось. Ты чё? Итак, я... Где я образовался? Появился. Так. А знаете, я здесь уже был. Да. Это еще кто? Вот так. Обыщем. Давай и на все. Пошли. Ладно, в текстурах застрял. Что это за наряд такой? Чё ты, господи? Сиди, отдыхай. На. Так, а мне куда надо? Вообще, что надо сделать? Даже не знаю. Что мне надо сделать? Чего ты его берешь? Так, брось. Так. Так. Что-то не так здесь. Не здешний. Если достать оружие, явится страж. Так, ну-ка, давайте-ка попробуем. Выход. Подтверждаю. И еще разок пробуем. Что надо-то от меня? Что требуется? Во. Подтверждаю. Что-то... Да нет, рано тебя пока еще звать. Конечно, принимаю. Конечно, подтверждаю. Конечно, мы переносимся туда. А как же без этого? Вы вошли в охотничье угодье. Думаешь, мне охотничьи угодья так нужны? Так. А теперь лошадку можно. Или нет? Или как тут пройти? Сейчас посмотрим. Так. Хопа. Ой. Не. Так. Давай. Поехали.
Едь давай, животное. Так. Сюда. Ну давай сюда тогда. Твою ж мать. Во. Так. Косули. Нет, я не буду охотиться на них. Пусть бегут. Оп. Так. О, мост. Но это слишком просто. Мост это слишком легко. Да ёж твою мать-то. Поднимайся и беги. Осталось-то тут чуть-чуть. Хоп. Эй, хоп. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. И я добежал. Вот, немножко осталось. Давай. Поговори со мной. Готово. Джонсон мертв? Нет. Он сбежал, когда мы уничтожили чай. Он опять возьмется за свое. Надо было его убить. Ну, прошу прощения. Не надо. Время покажет, прав ты или нет. Шесть месяцев спустя. Радон Хагейду! Радон Хагейду! Ганадогар! Зачем ты здесь? Что-то случилось? Уильям Джонсон вернулся, и у него хватит денег купить нашу землю. Он говорит со старейшинами. Я молил их отказаться, но он добьется своего, если ты не вмешаешься. Как он сумел? Мы же уничтожили чай. Тамплиеры умеют находить средства. Я ведь предупреждал тебя. Пожалуйста, останови его. Хорошо. Остановлю. Знаешь, где их встреча? Я остановлю его. Так. Давай. Вау, передвижение. Быстрое передвижение. Идем. Да, конечно, проходим. Конечно, принять. Хотя, наверное, на, я не знаю, на корабле, как вы думаете, тоже можно было добраться. Пойдемте посмотрим. Вроде недалеко и где-то тут. Так. На. Лошадка, извини, я разделаю твоего небольшого сородича. Так получилось. Мясо съел. Но я не пузан. Так. Это где-то здесь. Это где-то тут. Папа. Давай. Говори, говори. Молчаливый Джо. Джонсон Холл прямо через реку. Реку хорошо охраняет. Жди меня здесь, я быстро. Так. В обход идти или как?
Как тут ходит обычно? Ладно. Так. Давай, 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 давай. Реку хорошо охраняют. Охраняют от кого? От меня они хорошо охраняют. Твою ж мать, так я был там. Ты меня позвал, блин. Зачем, чтобы я еще раз здесь побывал? Так. А ну стой! Хоп. Тебе конец! Давай! Незаметно. Я дам сейчас незаметно вам. Бери. Так, один вот здесь. И мы уже делали этот трюк с вами. Давай. Оп. Да. Все. Мы не братья тебе. Да. Да твоя цель земля, но земля это не твоя, она ничья. Я лишь хочу вам помочь. Да подожди. Незаметно. Мы знаем, я же маньячелло в этом плане. Будет в башке дыра. Хоп. Да. Неплохо. Ой, там их много. Духи будут с нами, как и раньше. Они привели нас сюда. Да. Чтобы мы разоблачили предателя. Это ошибка. Надо подписать. Вот так. Размажь мерзавцев. Эй, парень. Как держать, парень? Сбивайте им парики. Так. Тише, тише. Слушаем, разве что я не защищал вас? Скажет. Не оберегал от всевозможного вреда. Хотите защитить нас? Дайте ружья и лошадей, чтобы мы защитили себя сами. Война — это не выход. Мы помним, Стэнвикс. Помним, как вы сдвинули границы. И сейчас твой народ копает землю, не считаясь с теми, кто на ней живет. Ваши слова сладкие, но лживые. Мы не будем торговаться и продавать. Мы пришли сказать, уходите прочь. Хорошо. Я протянул руку помощи, и вы ударили по ней. Думаю, с мечом вы будете вежливы. Ага, значит, это была помощь. Какая хрен разница? Да. Подожди. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы поплатитесь за эту глупость. Подождите. Отдавите пса. На! Лишнего никого не убил, да? О нет. Что ты наделал? Покончил с вашими планами. Тамплиеры хотят получить эти земли. Да. Чтобы защищать их. Думаешь, король Георг ночами не спит, думая о своих подданных индейцах? Или жители Бостона беспокоятся о них? Конечно, колонисты рады торговать, когда они нуждаются в еде, убежище или в чем-то для армии. Но когда в городе станет тесно, когда у них не хватит земли для посевов, когда не будет других врагов, посмотрим, как добры станут люди. Колонисты не воюют с иракезами. Пока. Война придет. Так устроен мир.
Рано или поздно. Я мог бы спасти вас всех. Не стоит. Вы говорите о спасении, но вы убивали их. Да, ведь они не слушали. И кажется, ты тоже не слушал. Пусть безликий что-то там тебя с собой утащит. Тебе конец. Да сейчас. Я лишу тебя жизни. Размечтались. Конец мне. А вы что, и меня преследуете, что ли? Так. Давай, беги. Хоп. Надеюсь, тут медведей нет. Нырните, ласточки, и уйдите от погони. А вроде и так неплохо спрятался. Мог затаиться тут. Мог. Но не стал. Все. Агрессивные переговоры. Ни одну не выполнил, да и хрен с тобой. Главное, что дело сделано. Что у нас следующее? Уильям Джонсон мертв, а с ним и план тамплиеров лишить земли мой народ. Но покончив с ним, я узнал о новом зле. При нем было письмо к Джону Питкерну с приказом найти и уничтожить оружие и припасы патриотов. Если ему это удастся, колонисты не смогут больше сопротивляться, и тогда тамплиеры захватят власть. Пока жив Питкерн, жива и угроза. Его надо найти. Найти и убить. Вот теперь хоть делами занимаюсь. Я думал обрести ясность или удовлетворение, но мне просто жаль. Вот и все. И хорошо. К жертвам нельзя относиться легко. Это мой долг. Перед моим народом и перед теми, кого Джонсон еще сгубил бы. Это начало. Чтобы избавиться от гнета тамплиеров, нужно убить их всех. Даже твоего отца. Я знаю. Веришь ли ты сам в то, что говоришь? Я тебе, конечно, похоже, верю. Похоже, у нас гости. Разве могут быть сомнения? Что это? Пол Ривир просит нашей помощи. Кажется, британцы в Бостоне что-то затеяли. Ты произвел впечатление на сынов свободы. Они сочли меня своим, зря. Скажите мистеру Ривиру, что мне жаль, но я не в силах сейчас помочь ему. Советую передумать. Тут упоминается Джон Питкерн. Куда ехать? Дом мистера Ривира в Бостоне. Я могу? Сразу. Мог. Вы. Ну, как видишь, ты мне не нужен. Я сейчас пользуюсь пока перемещением. По-быстрому. Раз, два. Так. Чтобы не бежать через всю карту. Смысл охотиться, смысл бегать. Если вы, конечно же, хотите пройти ее на 100%, то да, вам придется побегать, все выполнить, всех спасти, все разведать, залезть на все деревья.
И далее по списку. А если хотите вообще на 100%, вам еще надо все вот эти это, функции выполнять. Пройдитесь и бесшумно убейте там его незаметно. Защитите тех. Плюньте на макушку четвертому. Ну и все в этом духе. Мы же сейчас с вами смотрим, куда вообще пришел я. Я уже забыл, что такое. А, задание освобождения. Оно мне надо. Форт, тамплиеры. Тоже мне без надобности. Вот сюда мне надо. Туда нельзя переместиться, значит сюда перемещусь. Всяко ближе. Во. За угол заворачивал только. И вот мы здесь. Заходим, заходим, не стесняемся, проходим, не точимся у порога. А что, какашка с боком нарисована? Ха, Конор, чудесно. Вы здесь. Ха. Позвольте вам представить. Это Уильям Досс и Роберт Ньюман. Вы писали, что Джон Питкерн здесь. Да. Он готовит атаку на Лексингтон, где укрылись Адамс и Хэнкок. Потом он двинется на Конкорд. Уничтожать наш арсенал и провиант. Вы должны нам помочь. Скажите, где его найти, и я положу этому конец. Под его началом десятки, а то и сотни солдат. Да тебя не спрашивают про солдат. Вы справитесь в одиночку. Но не бойтесь, вы не один. У нас есть своя армия. Люди ждут лишь приказа взяться за оружие. Тогда прикажите им. Прикажу. Мы с вами пересечем реку Чарльз и поднимем людей. Уильям, вы поедете по дороге и сделаете то же. Роберт, а вы на Северную Церковь. Дайте сигнал. Два огня, если враг идет морем. Неплохо. Стратегия что-то. Некогда сидеть, мой друг. Надо торопиться. Вперед! Что-то меня все время мацает. Все шупот, шупот, что-то. Чего шупот? Накачанных мужиков ни разу не видел, что ли. Фронтир, да? Здесь только одна лошадь. Придется ехать вдвоем. Берите поводья, я покажу путь. Скорее, Конор, садитесь верхом. Да подожди ты, помог бы хоть лодку затащить. Я скажу, куда нам надо ехать. Слушайтесь меня, и мы всех предупредим. Что вы делаете? Залазим. Здесь налево. Давай. Будем смотреть. Вперед! Так. Верно. Вот сюда-то нам и надо. Давай, давай, давай. Томми, что они тут делают? Прекрасно, все правильно. Так. Это разведчики. Здесь налево. Осторожно, Конор. Нельзя дать им поднять тревогу. Верно, вот сюда-то нам и надо. Так, блин, ты скажи, куда надо. Точку на карте поставь. Конор? Давай. Направо, Конор. Да-то я уж понял, что к домику, к тому. Сюда куда-то. Местность-то сужается, кстати.
Безопаснее будет пойти к домам пешком. Ничего не знаю, у меня лошадь. Так, у вас что здесь? Погладил коровка, коровка. Так. Давай, запрыгивай. Ты куда меня ведешь? Так, отпусти. Вот так, нам именно сюда. Ну давай заходим тогда. Дайте всем знать, что британцы идут на Лексингтон и Конкорд. Британцы идут! Назад в седло, друг мой! Нам еще ехать и ехать! Блин! Ну давай. С дороги. Так. Ехать и ехать. Да, сюда, прекрасно. Опа. Мы на верном пути. Так. Нельзя, чтобы нас нашли, Коннор. Прячьтесь. Прячьтесь. Здесь налево. Блин, блински. Куда завел ты меня, старик негодный? Здесь налево. Так. Сюда, Коннор. Вот в этой деревушке. Жив малой дальше деревушке. Дальше лучше идти пешком. Так, вот эта дверь. Вот так. Нам именно сюда. Так, все, давай. Открывайте. Скажите всем, сюда идет армия. Есть, сэр. Еще одного надо предупредить, нет? Так, ладно. Сюда идет армия. Куда сюда-то? Так. Да, сюда, прекрасно. Вот, через мост, короче. Надеюсь, на мосту нету никого. Ага, надеюсь. Так, проходим, проходим, ребята. Это, по идее, было рассчитано, что как только выезжаешь туда... Налево! А там люди маршируют. Что ты с ними в любом случае столкнешься. Так. Прибыли! Дальше лучше пешком. Вот так! Нам именно сюда! Давай, я именно здесь. Армия скоро будет. Здесь! Мы здесь! Взять их! Так. Они не должны нас догнать. Так. Уходим скорее.
Да, уйдем, уйдем. Уходим скорее. Уходим, уходим. Давай, давай. Но! Избавьтесь от них, Коннор! Это было немножко слишком. Хорошо бы избежать таких сюрпризов. Давай, давай. Так. Доберитесь до за заданное время. А мне вообще из круга выход надо. Да, сюда, прекрасно. Так. Блин, хоть там уехали. Мы на верном пути. Нам лучше спешиться. Так быстрее и тише. Так. Вот это здание. Вот так. Нам именно сюда. Взаимодействуем. Ну и где его носит? Вы точно не ошиблись домом? Конечно, нет. Ой-ой-ой. Прескотт? Добрый вечер. Девчонка. Сюда идет армия. Поднимайте своих людей. И... наденьте штаны. Сейчас. А где девчонка? Я. Нас, короче, обломили. Ладно. Мы запомним тебя, жадина. Не хочет делиться, падла. Ладно. Не будем всякую гадость собирать. Мы поедем воевать. Воевать, я надеюсь, с этим или что? Ну, воевать, наверное, раз нам надо будет прогнать этих красных толстопузов. Добро пожаловать в Лексингтон. Теперь Хэнкок и Адамс. Немножко, чуть-чуть осталось. Не вижу доза. Надеюсь, он цел. Так. Ну давай, шевелись. Открывай. Пол, Коннор. Рад видеть. Уезжайте. Сюда идет армия. А, Уильям уже говорил. Пускай приходят. Они ничего не найдут. Вы не понимаете. Питкерн хочет вас убить. Боюсь, это правда. Вероятно, тогда нам придется ехать. А вы как же? Мы с Дозом едем дальше в Конкорд. Коннор, оставайтесь здесь. Помогите Паркеру удержать город. Это даст нам фору. Город, значит, да, помочь удержать? Так, это у нас Джон Хэнкок. Да, мне не нужны эти места и люди. Ага. Это где-то здесь. Ладно. Сейчас дойдем уже посмотрим. Эй. Здравствуй. Защищать. Стрелять! Больше на бомжа похож. Только в ответ! А эти все, смотрите, на одно лицо. Но если им нужна война, пусть она начнется здесь! Питкерн! Прочь с дороги, мятежники! Сложить оружие, разойдись! Да сейчас.
Какого черта вы делаете? Назад! Стоять! Трусы! Предатели! Они не вернутся. Придется обходиться тем, что есть. Мне не нужны советы. Стреляйте! Стреляйте! Ничего. Езжайте в Конкорд. Предупредите всех. Это... Покажите командиру. Должен быть человек по имени Джеймс Барретт. Езжайте! Забыл, сейчас пока еду, забуду уже, как какой там должен быть Джеймс. Барретт, не Барретт. Ну ладно. Опа. Поскакали. Мало времени. Ну, тем не менее, атака все еще идет. Сомневаюсь, что это первая точка, что мне 2,5 минуты дано, чтобы я до этой точки доехал. Давай, 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 давай. Держитесь вместе, не отставайте. Так. Давай, 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 давай. Немножко. Что у тебя? Закись азота села или что? Все, спасайтесь! Так. Они хватают пленных! Бежим! Хватают, конечно, хватают, все хватают. Как без пленных-то? Спасено заложников. Как спасать? Раньше, кстати, я останавливался. Чтобы спасти. У меня сюрприз для этих негодяев. Сейчас некогда. Давай. Сюрприз для негодяев. Я негодяй. Кровь уже пролилась в Лексингтоне. И прольется еще. Армия выступила в поход. Да неужто? По-вашему, чем я тут занят? Ой, да мне похрен, чем ты занят здесь. Ступайте домой, пока вас не убили. У меня нет времени нянчиться с мальчишками, рвущимися в герои. Я ручаюсь за него. И Джон Паркер тоже. Вот так. Мальчишка, слушай. В плену. Что? Не бойтесь. Он умеет выпутываться из беды. Он справится. Я уверен. Ну? Наговорились, барышни? Паркер считает, что вы не совсем безнадежны. Значит, возможно, сумеете для меня кое-что сделать. Когда начнется бой, мы должны удержать те позиции. Это ключ к обороне Конкорда. Славные ребята. Но не солдаты, им нужен опытный командир. Возьмете это на себя? Давай. А ничего, что я индеец? Смотрите, не подведите. Ничего не смущает? Даю слово. Тогда, видно, остается только ждать. Короче, сам он ни хрена ничего не сделал пока. Все на других переваливает. Так, а сейчас мы будем командовать. Сэр! На баррикады! Нет! Вы должны удержать позиции. Если англичане прорвутся, все кончено. Что я должен делать? Слушайте внимательно. Они будут строиться в цепи. Командуйте плей точно перед тем, как строй готов. Чуть раньше наши промахнутся. Чуть позже враг успеет выстрелить первым. Я понял. Если кто-то из мерзавцев прорвется, прикончите. Берегите моих людей. Да, без проблем. Буду беречь его сейчас. Так. Ждать сигнала. Вот. Потом направо. Огонь! Давай. Не стрелять. Надо, чтобы они подошли поближе. Стреляй. Вот так. Валим быстрее сюда. Сюда.
Не стрелять! Стреляй. Так. Центр. Ждите сигнала. Огонь. Так. Приготовьтесь. Стреляйте. Да. Так. Не стрелять. Вот здесь-то стреляйте. Ждать сигнала. Огонь! Тут, наверное, бегушек не надо. Или все-таки слушали. Ждите сигнала! Стреляйте! Так. Мост. Ждать на мосту сигнала. Нет никого. Ждите сигнала! Стреляйте! Так. Приготовьтесь. Огонь. Перезаряжайте быстрее. Готовься. Блин. Давай. Сюда, сюда, сюда. Ждать сигнала. Огонь. Давай. Там целых две... Ждите как, сигнала! Правильно, когорты или как их назвать? Ждать сигнала! Огонь! Давай! Не стрелять! Ой-ой-ой! Готовься! Блин! Так... Не стрелять! 103... 107... Приготовьтесь! Стреляйте! Перезаряжай сопли. Огонь! Давай. Ждать сигнала. Стреляйте. Так. Последние остались. Приготовьтесь. Пли! Все. Назад! Назад! Победили пока что. Ну как победили? Сражение только выиграли. Конечно, бегут. Я вас к победе привел. Это под моим чутким руководством у вас здесь все получилось. Так. Так, где у меня лошадь? Опа, поскакали. Блин, я только лошадь тебе позвал. Дело рук последнего негодяя. Но они ушли. Надо было напасть, пока был шанс. Как вы думаете, где Питкерн? Уполз зализывать раны в объятиях Британии и задумывать новые преступления. Нужно найти его. Сколько еще людей умрут, пока я жду? Выше нос, друг. Сколько сегодня выжило, благодаря вам? Да, но они... Мы делаем, что можем и как можем. Удобрение, да? Этого мало. Да. Так всегда. Что ж, я не самый эмоциональный. Похрену. Так-то на людей похрену, да тут еще компьютерные люди. Борются кто-то за идею, кто-то за идеалы, кто-то за кого-то. Поэтому... Не знаю, вот он, допустим, мстит. А эти, которые повстанцы, они за идею. Ради нашего славного дела. Я глубочайше признателен этому невероятному знаку доверия с их стороны.
Но случись вдруг какое-либо несчастье, неблагоприятное для моей репутации, я умоляю всех присутствующих здесь помнить, что ныне я с полной искренностью заявляю, что недостоин занять этот пост. Да, никто лучше него не годится на этот пост. Я хочу заверить, правда? Конгресс, что я знаю несколько. Вознаграждение не могло бы Чарльз Ли. Принять это колоссальное бремя. Мы знакомы? В самом деле, откуда вам повод? Идемте, Коннор, я хочу вас представить. Я стану вести учет всех моих расходов. Простите, почему бы его сейчас не убить? Но не хватало только, чтобы дело дошло до драки. Не желаю. Коннор, позвольте представить вас новому главнокомандующему. Джорджу Вашингтону. А, так это вы спасли Сэма и Джона в Лексингтоне. Это сделали патриоты. Я просто оказался рядом. И скромен, и отважен. Нам бы побольше таких людей. Прошу прощения, но я должен поговорить с Чарльзом. Нахрена он нужен? Не слишком доволен тем, что его обошли. Был рад знакомству, Коннор. Да. Скажите, вы разыскали Питкерна? Говорят, он окопался в Бостоне, под охраной тысячи солдат. У вас появится шанс, только если его выманить. К счастью, мы планируем наступление на Бостон. Именно с этой целью. Нашими войсками командует Израэль Патнем. Отдайте это ему. Он обеспечит вас всем, чем нужно. Хорошо. Он сейчас в лагере у Банкер-Хилла. Благодарю вас. Недалеко от города. Не за что. Я делаю, что могу. Питкерн очень опасен. Надо быстрее от него избавиться. Тоже касается и Чарльза Ли. Это отдельная история. Ее пока лучше отложить. Поезжайте в Бостон, Коннор. Блин. Так бы его можно было сейчас бы здесь сразу взять и убить. Пойдем. Не дали кровушки, Иваны. Ух ты, мать, ты свою кровь жадность, а как я буду теперь удалять? Так. И вроде недалеко. Вот как спуститься? Так, о. Все-таки можно. Да тихо ты. Давай, давай, давай в припрыжечку. Прыжок, нет? А какой прыжок? Ты куда прыгать-то? Поплыли. Плывем сразу туда. У реки два берега. Это вроде не река, а так озерцо. Там домик какой-то. Ну, не суть важно. Чуть-чуть осталось. Плывет он, кстати, смотрите, как замечательно обвешан. У него порох всякий, который не промокает. Пистолеты, топор. Корм, ловушки, шкура, мясо. И вот смотрите, как плывет хорошо. Так, ты только не выбрасывай меня за пределы-то. Не надо так шутить со мной. Так. Ну, вроде нормально, обошлось. Так уснуть можно, пока он доплывет. Ну вот мы и прибыли. Стойте! Назовите! Стою! Давай. Назовите. Что назвать? Кто вас послал?
Сэмюэль Адамс. За мной! За мной. Конечно, за тобой, за кем еще-то? Да. Это не Банкер Хилл? Да, это Брит. Тут были разногласия насчет того, где стоять. Что слышно из Бостона? Дори притихли. А когда пытаемся наступать, теряем людей. Патнам и прочие хотят расставить артиллерию на холмах. Хорошая шрапнель может заставить Томми передумать. А что Джон Питкер? Этот негодяй хитрющий лиса. Он наезжает иногда, постреливает из пушек, дразнит нас. Ну ладно, он свое получит и скоро. Блин, только не по каналам ползай, пожалуйста. Только бы не по каналам. По ним все-таки, блин. До последнего уже думал. Патом там впереди. Не ошибешься. Так, все. Поговорите так. С Израилем Паттисом. Но и ближе к их чертовой артиллерии. Ну? Обрати на меня внимание. Я возвращаюсь на Банкер Хилл. Всего доброго. Генерал Патнам? Что? Я ищу Джона Питкера. Мне сказали, вы можете мне помочь. Он засел в городе и носа наружу не кажет. Пока этот корабль продолжит обстрел, нам его не выманить. Но если прекратить обстрел... Тогда бедняга Джонни будет вынужден покинуть Нару. Я подам сигнал, когда все сделаю. А я скажу речь на ваших похоронах. Ну вот и договорились. А теперь, прошу прощения, мне ждут великие дела. Надо корабль из строя вывести. Давай. Так. Опа. А, блин, твою ж мать-то. Давай. Вот как хорошо, что я не полез по крыше этого дома. Все разбивается. Почему у меня камера трясется от этого? Не понимаю. Да блин. Ну не видно ж ни хрена. Так. Проходим сюда. Обходим этот корабль. Поплыли. Для начала вот этот возьмем. Хлюп-шлюп. Так. Внимание, запретная зона. Хоп. Так. Эй ты, стой! Хоп. Тихо. Дилетант. Дилетант? Да мне не надо с вами так пиздякаться-то. Он не боец. Подожди. Я здесь!
Да подожди ты. На. Вот я-то сейчас могу. Давай. Все. Давай. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Снова к небесам. Нет, так это ерунда, надо что-то посмотреть. Давай. Ползи, ползи. Или так и должно быть, я уж не помню. С чего у меня так трясет-то? Что это за максимальный реализм? Опа. Не-не-не-не. Так. Внизу что-то надо сделать было, да? Сейчас. Блин. Ладно, не разбился, и то хорошо. Это внизу, значит, надо штуку-то положить, повесить. Стой. Давай. Оп. Бум. Вот и все. И нет убила. Ладно. Посмотрим. Так, так, так. Блин, не то нажал, не то нажал. Давай, где этот толстопуз? Он единственный, кто мне тут помеха. Вот. Момент не проворонить. Опа. На. Нет, не спеши. Вот так. Давай, 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 подлаживай. Бум. Сейчас шарахнет. Давай. Ну вот так вот. Все, теперь повесить надо, правильно? Я же говорю, вроде повесить надо было, только я забыл, что надо подорвать их сначала. А повесить туда наверх, тащиться. Ну что ж. Давайте. Полезем наверх. И оп.
подтянулись. И оп. Еще немножечко. И еще чуть-чуть. И вот так вот. И самую капельку. Тихо-тихо-тихо. Ага. Давай, давай. Опа. Первый есть. Или надо всего один было повесить. Оп. Вернули. Война надвигается, часть седьмая. Плыви давай. Ставим. Давай, давай. Ты ведешь. Так. Давай, давай. Куда вот только ты меня выводишь? Дорога пока одна, ладно. Вот он на холм. А, ну вот. Где мы? Собственно, и были. Но я не боюсь. И вы не бойтесь. Да, их больше. Но им не хватает веры и решимости. Но не нам. У нас дисциплина, порядок. А главное, жажда победы. Мы верим. Допустите вы меня. Бдительны, берегите пули. Цельтесь лучше. И умоляю, Бога ради. Не стреляйте, пока не увидите белки и глаз. Ну, рассказывай. Черт меня дери. Получилось. Отличная речь. Боюсь, сплошное вранье. Но... пока что мы держимся на нем. А что, Питкин? Как я и думал, он покинул Бостон и встал на Молдом Хилле. К нему не подобраться. Смотрите, что творится внизу. Подберусь. Попробуйте обойти их. Или ждите, мы проведем их ряды. Нет времени. Придется пробовать напрямую. Вы опять предлагаете невозможное. И вижу вариантов. Это потому, сынок, что ты совсем спятил. Я вернусь за вашими извинениями. Дай-то бог. Дай-то бог. Вот это понимаю, вояка. Боец. Сюда. На мушке. Осторожно. Потом сюда. Ложись. Воу-воу-воу-воу. Укрытие. Вот так. Пережидаем. Не так укрытие. А нам стреляют! Эй-эй-эй! Ложись! Немножко не понимаю, почему так, но я помню, да, муторно было там.
во всем этих действиях пробегать. Да стойте вы. Укрытие! Укрытие! Ложись! Ложись, а как мне тогда быть-то? Укрытие! Твою ж мать! Укрытие! Так почувствую, что по мне одному стреляют. Так, ладно. Как на мушке. Осторожно! Так. Стреляю! Запрягнись, шеф! Да, блин, закройте рот. По одному мне стреляют, кстати. По нам стреляют! Это какая-то синхронизация должна быть. Как-то надо. Давай. Первое нормально. Укрытие. Так. Точно надо через вот этот край бежать. Ёж твою мать, почему? Так, это, блин, просто суждено было, чтоб в меня попало. Жизни-то у меня не восстанавливаются. По нам стреляют! Ложись! Так. Укрытие! Стреляют! Запрекнись, шеф! Вот так вот. Пол дела сделано. Тихо. Эй. Ничего не знаю, надо было. Блин, я затопчу сейчас. Да. Да. Вот так. Банк. Хорошо, что промахнулись. Так. Вот так. Да подождите вы. Я-то попробую убежать сейчас еще. Он у меня на прицеле.
Да, я тебе дам прицел. Да стойте вы. Да что и мать, хватит трястись. Подожди ты. Бук. Оп. Опа. Быстрее. Сейчас, подожди. Все. Господи, весь отряд перебил. Нахрен, так-то сложновато. Давайте вот этот обычный трупик. Остановим. Пропажу. Так. Хоп. Хоп. Это типа не надо было воевать вообще, что ли? А как я без боя-то? Так, неинтересно было. Так. Так. Вот. Пустодрот. Опа. Так. На. Да сейчас. На. Подождите. На. Да мне нахрен не нужен. Осторожней. Так. Опа. Да беги! Беги, беги! Со мной немногие! Ваа! А чё у вас так много-то, ребят? Спокойно. Опа. Не надо, не надо, не надо. На, убил. Блин, так долго его гасил. Ну ладно. Какие-то прощальные слова, давай. Лепечи. Как? Зачем вам это? Чтобы спасти Адамса, Хэнкока и их людей. Вы хотели убить их. Убить? Вы с ума сошли. Я хотел переговоров.
Нужно столько обсудить. Объяснить. Но теперь все кончено. Если вы не лжете, я передам им ваши слова. Пусть сложат оружие. Нужно прекратить войну. Почему они, а не британцы? Думаете, мы не просили британцев о том же? На все нужно время. И все бы удалось, если бы я сыграл свою роль. Роль кукловода. Лучше нам дергать за нити, чем им. Нет, нити надо оборвать. И всех освободить. Да, и всех поселить в воздушных замках. Ты убиваешь как мужчина. Но говоришь как дитя. Сколько еще умрет из-за тебя? Ну, сколько бы не умерло, твое какое собачье дело? Лучше верить во что-то, чем ни во что вообще. Опа. Бежи, бежи. Беги. Итак, куча трупов. Раненые, 200-300. А я иду за извинениями. Лучше помогите сворачивать лагерь. Чтоб я больше этого не видел. Черт побери. Генерал Паттнем. Вы живы? Чего не скажешь о Питкерне. Что ж, поздравляю. Но это уже не важно. Я дал приказ отступать. Потери слишком велики, и ради чего? Если Тори так нужен этот холм, пусть подавится. Бостон, вот что самое важное. Бостон в огне уже. Сейчас это не важно. Ну что еще? И все курит. Хорош курить. Не может быть. Они хотят убить Вашингтона. Да, Джордж Вашингтон. Задание выполнено. Ну, хоть одно что-то сделал. Так, не может быть. Это фильм какой-то, не может быть. Ну. Давай. Где я? Мои вот враги упорны. Деньги не помогли, они применили силу. Но я убил Джонсона и Питкерна, сорвав их планы. Джордж Вашингтон возглавил и объединил колонистов на пути к свободе. Теперь тамплиеры хотят его смерти. Хотят превратить этот край в мрачный оплот порядка. Нечто бездушное. А он им мешает. Я должен спасти его, чтобы его дело и мой народ продолжали жить. Но чем дальше, тем больше шансов, что меня обнаружат. Тамплиеры думают, их людей убили мятежники. Для них ассасины мертвы или в бегах и не представляют угрозы. Ошибаются. Но боюсь, очень скоро они узнают правду и раскроют меня. Надо быть осторожным. Ну, сейчас еще одного-двоих, и станет им ясно уже, что именно за ними идет охота. Поместье. Дэвинпорт. Как охота, Коннор? Неплохо, но боюсь, этого мало. Ты там, где нужнее всего. Отправься ты за Чарльзом Ли или отцом. И что стало бы с Полом Ривером, с солдатами в Лексингтоне? Солдатами? В тех городах не было солдат. Лишь люди, которых вынудили защищаться. А с тобой иначе? Ты не защищаешь свой народ? У вас с колонистами общий враг. Помощь одним, помощь и другим. Еще пятеро осталось. Приятно слышать от того, кто считал мою войну глупой. Я и теперь так считаю. Но это не мешает мне гордиться твоими успехами. А тебе-то с чего гордиться? И правда. Верни-ка мне балахон, и клинки, и дротики, и годы тренировок, и знаний, которые я в тебя вложил. Тогда посмотрим, съел, кто имеет право гордиться.
Ну чё, ну прав же старикан. Просто согласись, что был неправ. Нет. Мальчик мой, ты убил двоих, и один был торговцем, а не воином. Этого маловато, чтобы меня впечатлить. Да ну, старик. Может, нам выйти наружу? Я с радостью покажу, как легко могу... Отдаль... Коннор? Это Бенджамин Толмидж. Его отец был одним из нас, можно не таиться. Кажется, у него есть что тебе сказать. Ахиллес сказал, вы раскрыли заговор. Убить главнокомандующего. Да, но у меня нет никаких улик и зацепок. Уже есть, друг мой. Вам нужен Томас Хики, и я помогу его схватить. Как? Объясню по дороге. Мы отправляемся в Нью-Йорк. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Ну давай в Нью-Йорк, так в Нью-Йорк. Пока. Как ты меня туда повезешь? Мы отправляемся. На чем? Это ж, блин, оттуда туда ехать. Минутку. Так. Да, я очень общительный человек. И малоэмоциональный. Не так, как Жорик Вартанов, который Вася! Вот так вот сидит. Его ж подкидывает от волнений и негодования. Не, я более спокойный. Все-таки не корову проигрываю. Так что... Спокойствие. Нервные клетки ниже не останавливаются. Вот. И тем более ко мне приходят друзья, гости, родственники. Звонят, приходят. Поэтому вот так вот и обрезками приходится делать видео для вас. Так что... Давайте смотрим... Нет, лошадка, подожди. Я больше забираться на тебя буду, чем... Нью-Йорк, Нью-Йорк. Ну, блин, жалко, что мало людей там надо было спасать, чтобы себе обустроить хижину, там, всю вот эту штуку. Хочется, знаете, иметь свой город. Но это больше на стратегию уже тогда будет походить. Я откуда знал, что я покину? Ни хрена себе! Вот тебе раз. Давай. Так какова же ваша цель? Та же, что у вас. Мир, стабильность. Земля, где люди смогут жить вместе, как равные. Почему же вы не в братстве? Мой отец был ассасином, и, насколько знаю, очень неплохим. Но я хотел бы иметь детей. Сложно жить в двух мирах одновременно, так что я выбрал один. Я понимаю. Но я помогаю, чем могу. Вот почему мы здесь. О, кстати, вот Assassin 2, да, у него там это... Конечно, у него история семьи печальная. Единственный в живых, кто остался из мужчин. Кто там у него? Сестра и мать еще остались. Братьев и отца повесили. Да. Это вот двойная жизнь такая у них. Расскажите о Томасе Хике. Сложно. У него здесь в городе цех фальшивомонетчиков. Найдите его логово, и мы сможем его арестовать. Оказавшись за решеткой, он будет безопасен. Вы знаете, где он? Не совсем. Но я представляю, где можно начать поиски. Ну давай, подскажи хоть. Намекни. Да, смотрите, красномундирники были. Здесь уже те, кому я помогал, наверное, да? Победить в бою. Оп, баба исчезла. Видели, нет? Перед лошадью. А, галюны бывают. Непроработка игры. Так что не совсем доработано, проработано. Люди он то исчезают, то появляются, если приглядеться. Вместе с детализацией.
Ну ничего страшного. Что-то где-то появилось, что-то где-то исчезло. Ну, в общем, картину это не портит. Выходит много фальшивых купюр. Явно дело рук Томаса. Что за дрянь? Это не деньги. Крашеная бумага. Больше ты меня не проведешь, Страта! Так, я вернулся. Так, можно было бы и по крышам, наверное, следить. Что ты? Я на тебя смотрю, да? Душит и душит. По крышам, герой в капюшоне. А, нет, это Человек-паук, если не... Или нет. Или это Ассасин. Где эта песня была-то? Ассасин или Человек-паук? Герой в капюшоне. Может. Опа. Шмару найди себе. На, по мордам. На. То ли солдат это, то ли кто. Что за доходяга? Господи, что у вас за разговоры? А сам только одноглазого душит и душит. Вот так вот. Господи, о чем вы только можете разговаривать? Ума нету, считай, калека. Так. Ассасинов что, можно уже нанимать? Что ты меня не видишь? А я вот так тебя вижу. Ну. Давай. Опа. Да, опа. Давай. Вот он где. Так. На, вы обнаружены. Ладно, поменяем. А какого хера ты туда залез? Ничего страшного, время есть. Так. Хоп. Тихо, тихо, тихо. Даже затрешь собакин дом. Это, наверное, из-за того, что я установил переводчик с английского на русский. Больше у меня объяснений этой тряски нет. Так. Опа.
вылезай, а не то... На. Опа. Ничего, что ты там на труп наткнешься. Его это не смущает даже. Мужи? В колодец. Прыг. Мык. От солдат. Так. Черт. Нет уж, убивать здесь можно только нам. Свидетели есть. Блин, я думал, это солдат, кстати. Так, там он перданул. Поэтому. Да тише вы, отойдите. Не мешайте. Подслушать. Давай, давай. Сосед сломал ваш экипаж, вас сбила лошадь. Так. А что мы не разговариваем? Они что-то разговаривают вообще? Что? Что? Мне кажется, они о чем-то должны говорить. Потому что речевой эта штука сделана. Тише, тише, не сердитесь. Зачем вам неприятности? Все товары для рыбалки в Теренсборге. Тише, тише, не сердитесь. Зачем вам неприятности? Ну или что, или глюкануло что-то? Да, все мужчины таковы, ни капли здравого. Ладно, подождем. День не потраченный сумок. Да у меня в штанах кое-что пострадало. Так. Минутку. Да подождите вы. Мы тут явно не понимаем друг друга. Так. И куда вообще направляетесь? И куда теперь плывете, с кем теперь вы торг ведете? Корабельщики в ответ. Мы фальшивомонетчики, и разговору с вами нет. Ну, понятно. С вами все. Эй, вы, хоть поберегли две какахи. Куда вы идете? Так. У меня получилось, нет? Проследить получилось. Их там не было. Ага, нет, чего? Все-таки не то. Томас Хики? Допустим. Тебе-то чего? Вашего брата же не осталось. Значит, придется это исправить. Взять! Ой-ой-ой, Оксайдон в подземелье, если не ошибаюсь, ушел, нет? Или погоня, 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 горячей крови. Вон еще один, хватай! Так. Вот, вот, взять его. Покажи им как следует. Покажите им все. Да блин, лошадь. Это так. Да
них, и тебе конец. Пока неплохо. Успеваем. Я первый нашел. Серебро? Деньги. Тревога, сюда! Он не пройдет. Он устанет. Посмотри. Давай. Думаешь, мы тебя не поймем? На! Ха-ха-ха! Поймал. Сейчас на бутыливание будет. Ты больше не опасен. А ты дурак, раз лезешь туда, где ни черта не смыслишь. Вашингтон единственный, кто сохраняет армию сплоченной. Убьешь его, и конец нашей свободе. Нет, парень. Не будет меня, им придется повысить Ли, и тогда... Вы оба арестованы! Да это обычная ссора. Чего такого, если двое мужчин разрешают вопросы по старинке? Может, договоримся? Тихо! В чем нас обвиняют? В сбытии фальшивых денег. Я ни в чем не виноват. Ну, конечно. Слушайте, тут все куда серьезнее. Этот человек хочет... Хочет. Вот так вот вечно не послушают, лишь бы я свое, я мнение свое. Показать. Ну, давайте. Вот, меня разоружили. Теперь я должен из тюрьмы сбегать. Кстати, я думал, это в другой игре. Реально думал, что это в другой игре. Что? Эпизод... Сказать нечего. Что даже не в Ассасинах, я думал. Верно. Верно. Только, кажется, меня отпускают. Спасибо за помощь, господа. Больше никаких ошибок, Томас. Тебе ясно? А с ассасином чего? Вон он. Его посадили рядом со мной. Не всех переловили, а? Чарльз, займитесь им. Понял, сэр. И что делать? Убьют тебя за провал миссии. Я так думаю. Ты из континентального конгресса. Прихвостень Адамса. Кажется, я знаю. Да. Убьем двух зайцев. Как? Всему свое время. Этот ассасин никуда не денется. Пойдем поищем тебе пристанище получше. Это вы о чем? Я думал, меня освободят. Боюсь, это пока невозможно, спасибо Бенджамину Толмиджу. Он принялся болтать языком, бог весть что. Вас обвиняют в заговоре с целью убийства Джорджа Вашингтона. Что за дерьмо? Я думал, вы разберетесь. Мы обсудим это не здесь. Вот так. У стен есть уши. Ох, убью тебя, парень. Так, ладно. Давай, давай, вставай. Ну давай, давай. Тут ты как беременная. Говорю же, он хочет убрать. Надо сообщить кому-то. Да? Из чего ты это взял? Он с кем-то возился во дворе. Тут же сунул в карман, когда меня заметил. С виду как ключ. Да это нож. Не, Мейсон не боец. Из передряг спасается болтовней. Да, ловкий Уинс. Скользкий гад. Да ну, Финч, он не так уж плох. Даже буквам меня как-то обучил. Напишу своей красавице. Ха, зачем? Думаешь, эта шлюха там ждет тебя? Бережет честь, пока ты не выйдешь? А? Она давно нашла себе другого мужика, а потом еще одного. Заткни пасть, или я ее тебе заткну. Да тише, это шутка. Да? Тогда она не смешная. Послоняла. Так. Теперь... Что в ведре? Пахнет хуже, чем выглядит. Да. Надо из кровати что-то выдернуть. Не так зазнается, да и добрее стал. Понял, что не век ему на земле жить. Давай. Нет, нет. Только не спать. Ну-ка вставай, давай. Вставай!
А, или надо было все-таки ложиться спать? Куда мы идем? Кот. Здравствуй, кот. Веди себя хорошо, или окажешься в яме. Так, ладно. Идем без происшествий, не сопротивляемся. Все равно сейчас мы ничего поделать не сможем. Чего уставился, Метис? Итак, давайте. Старайтесь не убивать охранников, охранников тюрьмы. Английский не знаешь? Угадал? А почему? Так. Вбить малость ума в твою тупую башку. Не надо, потому что я вас всех перехреначу. Что за глюк такой был? Опа. Надо бы найти этого Уимса. Если он хочет сбежать, может и я сбегу с ним. Ну давай. Смогу ли я, Мейсон Уимс, в мельницу его обыграть, если придется? Мне нужна помощь. Ну? Говорят, вы знаете, как сбежать. Мало ли что говорят. Может, обойдемся без игр? Жаль. Я надеялся, вы со мной сыграете. Небольшая ферма. И неважно, выиграю я или проиграю. Правила не нужно объяснять. Поехали, давайте меняем камеру. Так, как камеру поменять? Раз уж вы меня знаете, как вас зовут? Коннор. Очень приятно, Коннор. Так. Думаю, он пойдет с нами на охоту в субботу. Ему нужно сделать кое-что для мэра. Браво! Так, за что вы в Брайдвелле? За измену. Он то же самое будет, нет? Делать. Ну, конечно. Сейчас, подождите. Вы мне не верите. С чего верить? Надо выгнать его там. Ошибаетесь. Я честный человек. Только вот оказавшийся в тюрьме. Расскажите, как вы сюда попали? Это мое дело. Как и то, о чем вы просите. Так, сейчас минутку. Мне надо обезопасить себя так, чтобы... Как же, блин, сделать-то? Так. Я хотел предотвратить убийство. Чье? Я его знаю? Как старый Флетчер, у нас есть и хор. Джорджа Вашингтона. Опа. А чё? Мы даже не доиграли. Вас эти подговорили, да? Они думают, это весело, смеяться над Мейсоном. Все они просто глупцы. Шутить такими вещами. Да только я не шучу. Джорджу Вашингтону нет равных. Он невероятно храбр и верен, а его убеждения непоколебимы. Этот человек – наш хранитель. Он приведет нас не просто к свободе, но к величию. Те, кто в этом сомневается – глупцы или предатели. Тогда вы знаете, почему я должен бежать. Если я не спасу его, он умрет. Или те, или другие. Вы серьезно, да? Конечно. Хорошо. Но все не так просто. Я поделал ключ, чтобы выйти отсюда. Но Финч украл его. Я 3 месяца его делал. Верните его. Финча украли. Или бежать не удастся. Считайте сделанное. Нет, это кажется кинолом. Да, но я слышал, он так. Высокие дубы заставляют королевскому флоту. Я чуть сознание не потерял. Так.
спокойно. Пойдемте к Финчу. Так, подняться можно. Там, смотрите, петля для кого-то повешаться, что ли. Давай. И... Давай. Чё я первый? Где моя камера? Красный? Это что в моей камере происходит? Этот ключ бесполезен. А почему вы думали, что один ключ на все двери? Уставился? Муженька подыскиваешь? Ну, чудил, нечего сказать. А чего ты вдруг... Ну давай. Что за фигня? Это кидало. Ты меня обманул. Давай, 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 давай. Из бочки с селедкой выход не найдешь. Хорошая шутка. О-о-о. Ваш ключ не годится. Как это? Не подходит к замку. И не должен. Ваш ключ не работает. Работает. Смотря что значит работает. Он поможет. Но не так, как вы ожидаете. Но как? С ним можно добыть настоящий ключ у надзирателя. Нужно подменить их. А не легче забрать настоящий ключ? Зачем все усложнять? Он может заметить пропажу. А так он не догадается. А когда он воспользуется им? Никогда. Вот почему он наша цель. Как до него добраться? Да, эта часть вам не понравится. Будто другие нравились. Говорите. Да. Колись, надо да. затеять драку. Что? Начните драку, и вас бросят в яму. И чем это нам поможет? Надзиратель охраняет яму. Оказаться там, значит добраться до него. Ну, давай. Должен сказать, этот план с моей шкурой на кону неплохо продуман. Покалечьте как можно больше. Один-два только развлекут стражу. Надо их разозлить. У каждого своя роль. Постарайтесь выжить. Вот сейчас и начнем. И... На! Опа! На. Тихо. Подожди, подожди. На. И... Хоп. 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 Так, ты ни хрена по зубам. На, на. Э. Тихо. Да. Да, вот сейчас там, где никто не помешает, да, тебе нахреначе. Опа. Да. Ну вот так вот его. На. Блин, подожди, подожди. Тихо. Раздави. Ну и в яму меня. Блин, еще зубы повышибают так. Что ж, папаша, видел ты, как сынка твоего хреначил? Видел. Взгляните на себя, жалкое грязное отребье. Паразиты, присосавшиеся к цивилизации, воры и негодяи. А вы это поним... Так. Хопа. Работает. Воры и негодяи.
Ключ сработал. Бросят в яму. Это в яму называется. Осторожно, нельзя поднимать тревогу. Он мой! Да тише ты! Я могу выстрелить! Ага! А там второй был. Охренеть, а почему осторожно, ты не... нельзя поднимать тревогу. Так. Вам попадался его последний памфлет? Ага, вот он. Очень забавный. Ну. Здравствуй. Хики, за этой дверью. Тут содержат важных преступников. Камеры большие, просторные и почище. Даже в тюрьме важно иметь хорошие связи. Спасибо, Мейсон, за все. Я найду способ вернуть долг, когда закончу свои дела здесь. Хорошо. А ты-то что, не пошел со мной? Оп. Эх. Ага, он не берет это. Ладно. А мне еще выше. Так, а тут вот он стоит. Хоп. А ну стой. Стой, друг, повиси. На. На. Как я его нахрена что-то как колбасу мне там смешно. Ладно. Оп. Все. Идем в эту сторону. Да. Блин. Значит, придется какое-то время выжидать. Ладно, ну давайте. С первым-то у нас точно все ясно. Вот он. Я с тобой разделаюсь. Бунк. Блин. Что-то не получается потихонечку. Тебе конец! А чё ты так-то? Что-то я не понимаю. А почему ты тихо ничего не сделал? Или что-то я не то нажал, может быть? Нет, вроде все нормально. Эй, стой! А ну вернись! Да стой ты! А ну вернись! Убегай! А кто убегает-то? Вернись, трус паршивый! Он думает убежит! Убегает! Эй, куда это ты собрался? Опа! И не надейся. А ну, вернись. Да сейчас.
надейся! А ну, вернись! А ну, вернись, болван глухой! Давай-ка. Ты так просто не уйдешь. На! Да как так-то? Ну и чё, что он меня заметил? Думаю... Так. Оп. Давай, давай, где ты там? Ага. В эту сторону пойдем. Стою. Будет потеха, да? На. Блин. Что-то я не догоняю. Почему тихий прием не работает? Вот с этим же работает. Так. Я и так найду, чем заняться. Не нашел? Да иди ты. Так. Вроде получилось. Опа. Ладно, дошел и дошел. А он и так мертв. Не того ожидал увидеть, да? Да. Это еще что? Я думал, мы вас всех перебили. Вам бы этого хотелось? Избавиться от всех, кто с вами не согласен. Виновен, ваша честь. Твое участие в революции причинило нам много хлопот. Но довольно. Наша работа слишком важна. Но что ты можешь знать, кроме лжи Ахиллеса и баек, которыми кормишь сам себя? Я знаю, что люди хотят свободы, а Джордж Вашингтон сражается за нее. Что? Это ничтожество? Он спотыкается на каждом шагу и после этого с трудом приходит в себя. Его родословная ужасна, как и его военные успехи. Можно продолжать, но на это уйдут дни, так велики его ошибки и так жалки заслуги. С ним надо покончить. И с тобой. Хватит с меня назойливых мух вроде вас. Вот что мы сделаем. Сначала свяжем тебя и оттащим в камеру. А завтра тебя будут судить за то, что ты замыслил убить старину Джорджа. А может, и за убийство надзирателя. Ты же его убил. Кто не поверит на слово нашему Чарли? А когда все уладим, тогда... Тогда давно. Ребенок в лесу. Это ты? Да. И я нашел тебя. Это я. Да, нашел. Но совсем не так, как ты ожидал, я угадал? Всего этого можно было избежать, если бы ты меня послушал. Прошлое не вернешь.
Так. Я понимаю, что... Так, ну у меня же все по плану, пока идет, так и должно же быть, правильно? Я думаю, что да, так и должно быть. Ну, вставай ты! Я сказал, вставай! Что вы сделаете мне? Иди! Уже руки связали? Наручников-то нет, вроде. Пока! Пока. Сейчас тебе будет пока. Ой, зря вы это. Ой, зря. Великого меня тащить двум соплякам доверено было. Безбородов. Так. Апачи выходят на тропу войны. Так, нас туда заталкивают. Заходим, заходим. Не надо сопротивляться. Все идет по сюжету. Так, как и должно быть. Ой-ой-ой. Привет, Коннор. Ты думал, что я пропущу твои проводы? Слышал, Вашингтон тоже будет там. Как бы чего ни случилось. Ты сказал, что будет суд. Предателям суд не положен. Лихо этим все устроили. Так что тебе сразу в петлю. Петля. Сегодня я не умру. Чего не скажешь о тебе. А ну хватит! Шевелись! Так, старайтесь не убивать охранников этих парней. Ой, что-то Бэтмен... Какая часть Бэтмена, я уж не помню, называется, как... Тоже было, в тюрьму его вели. Кстати, веревок-то нету. Вот, в тюрьму вели тоже так же. Все хихикали, да хахакали только. А я люлей потом накатал все. Вынес, так скажем, дерьмо. И из башки дерьмо, которое у них там было. Это говёные люди, которые идут, зная, что будут пользоваться бесплатно услугами проституток и обирать пьяных. Ну и хотя и не пьяных, хотя и просто людей тоже обирают. Вот это вот такая вот, такие вот людишки. А за что ты меня ударила? Ты не один. Дай знак, когда мы понадобимся. Забудьте обо мне. Остановите Хики. Он... Вставай. Мы же не хотим опоздать. Ты просто хотел быть героем, да? И старина Джордж тоже. А награда невелика. Сосновый гроб и все. Ну? Давай. Знак. Братья. Сестры, сограждане, несколько дней назад мы раскрыли ужасный заговор, столь мерзкий, что и сейчас тошно о нем говорить. Этот человек пытался убить нашего любимого генерала. Это так. Кто знает, сзади что на крыше, за безумие им двигало, нам неведомо. Сам он себя не оправдывает и не кается. Мы умоляли его облегчить совесть, рассказать нам все. Но он упорно хранит молчание. Раз он ничего не объясняет, не признает и не искупает вину, что еще нам остается?
Он хотел послать нас прямо в пасть нашего врага. А мы отошлем его душу прочь из этого мира. Пусть сейчас Господь эту тушу. Примет его душу. Я же должен тебя убить здесь. Надо остановить, Хики. Иди. Иди, останови. Так. Бежим. Так. Что, не получается? На! Топором в спину тебе. Все получилось у меня. Все получится. Дьявол. Я надеялся прожить еще пару деньков. Жаль. Мне нужны ответы. Зачем Джонсон скупал земли моего народа? Почему целью Питкерна были Адамс и Хэнкок? Зачем убивать Вашингтона? Почему ваш орден поддерживает британцев? Мне почем знать. Тамплиеры, Ли и этот Хейтем. У них в руках деньги и власть. Вот почему я поставил на них. Только поэтому. Они, конечно, что-то бредят про будущее. Но мне на все это плевать. Пусть себе поют про беды человечества. Пусть строят свои заговоры и ставят ловушки. Мне все равно. А на что тебе не плевать? Они платили. Я делал. Ну, разумно. Я не спрашивал, зачем и почему. Плевать. Ты решил помогать тем, кто хочет уничтожить все человеческое, потому что тебе это выгодно? А что не так? Я не дурак, какой жертвовать всем ради принципа. Что это вообще принцип? Его в банк не снесешь. В банк. Не смотри, обязательно в банк. Мы разные люди. Ты, как блаженный дурак, гоняешься за радугой. А я человек простой. Мне нужны только пиво в одной руке, да бабья титька в другой. Но я могу получить, что хочу. И получал. А ты вечно с пустыми руками. Вот так. Собаки, собачья смерть. Титьку захотел уже в своей руке. Отставить! Отставить! Опустите ваши чертовы ружья! Этот парень герой! Генерал иногда бывает таким упрямым. Вздор, сказал он, когда мы предупредили его об этом. Вздор. Хватит. Он хотел убить генерала и чуть не убил вас. Он был негодяем. Но человеком. Хм, а вы верны принципам. Где Вашингтон? Мне нужно с ним поговорить. Укатил, как только ваша казнь пошла не по плану. Он уже на пути в Филадельфию, наверное. Значит, я тоже. Что-то не так? Он все еще в опасности. Хики был не один. Публичная казнь, часть 8, да. Выполнена. Посмотреть прогресс. Что мне прогресс посмотреть? Смысл от него? Все. Обратно переодевайся. Твои достижения впечатляют. Это комплимент? Не пойми неверно. Я уверен, все кончится трагедией. Но зайти так далеко – это больше, чем я ожидал. Люди жаждали свободы, но боялись за нее драться. Этот страх исчез. Из-за тебя? Нет. Они все сделали сами. Ты к себе несправедлив.
Но ты всегда был скромен. Я делаю, что должен. Вот и все. Нельзя говорить ему. Я должен. Или он будет в опасности? Безопаснее ему не знать. Заронив зерно сомнений, ты разрушишь его стремление. Если Вашингтон замрет, Чарльз Ли нанесет удар, и случится то, что ты хочешь предотвратить. Охота на тамплиеров — твой долг. Хвост в коробке. Но не впутывай этих людей. Почему кошки любят коробки? Открой дверь. Открываем. Надо держаться вместе. Ну да, лучше бы держаться вместе. А не то случись что, всех повесят по отдельности. Подписание резолюции. И снова вы наш спаситель. Мне нужен главнокомандующий. Он умчался в Нью-Йорк. Британцы жаждут взять его. Боюсь, надо отозвать людей из Квебека. Легко заявить о независимости. Но теперь ее надо отстоять. Синхронизация завершена, часть 8. Что? 100%, да? Ну, там-то хоть, блин, можно было окраски менять этих плащей. Ну что ж, на этом все. И напоследок, кстати, шутка. Штирлиц выпал из окна, чудом зацепился. На утро чудо опухло. Что ж, такая небольшая шутка. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и надеюсь, у нас будет еще много-много разных видео. А на сегодня пока.